В Южную Осетию в составе делегации из Луганской Народной Республики приехали представители СМИ во главе с заместителем министра связи и массовых коммуникаций Юрием Першиковым. Журналисты посетили ГТРК ИР, познакомились и пообщались с югоосетинскими коллегами. Юрий Першиков выразил надежду, что в скором времени будет подписано соглашение о сотрудничестве в информационной сфере Южной Осетии и Луганской Народной Республики. На сегодня нам ничего не мешает с вами наладить дружеский контакт для того, чтобы общаться, делать какие-то, может быть, совместные проекты. Но мы открыты для любого сотрудничества. Журналистам организовали небольшую экскурсию по телевидению. Показали восстановленную после августовской войны часть здания, где оборудована новая студия. Также в ходе беседы обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества телекомпаний. У нас есть и молодежные проекты, и развлекательные, и там круглые столы, где обсуждаются важные темы. Первый заместитель министра связи и массовых коммуникаций Юрий Першиков внес ряд предложений о создании совместных проектов с югоосетинскими коллегами. Может быть, давайте подумаем о совместном проекте. Может, в политическом проекте. Может быть, участие в каких-то включениях в наших шоу, политических ток-шоу ваших. То есть, может быть, ваши эксперты, потому что у вас действительно есть очень серьезные, насколько я, ребят, знаю, кадры, которые могут именно и в плане политологов, кто может оценить ситуацию. И вот этот обмен мнениями, опять же, и вы получаете понимание того, ваши зрители, о том, что вы не блокированы и не ограничены здесь. И мы получаем возможность видеть вот это двухстороннее сотрудничество как раз на том уровне, на котором оно происходит. По традиции состоялся обмен памятными подарками. Луганчане пригласили югоосетинских коллег также посетить их республику. Анжела Кокоева, Аида Кочева, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня.